У меня есть вопрос, можно ли жить праведному мусульманину, как Тумсо, в Европе, где наихудшие законы против ислама? Ну, насчет праведных мусульман не знаю, но такому, как Тумсо, Швеция, это самое то. Вот это именно его место, где ему будет комфортно, где вот именно те законы, которые нравятся ему, как либералу, скрытому либералу. А праведные мусульмане пускай уже сами выбирают, где жить. На мой взгляд, для чеченцев именно Чеченская республика, как бы банально это ни звучало, это идеальное место для проживания, потому что чеченец, он же думает не только о себе, он думает о себе, о своей семье, о своем родном селе, городе и о всей республике, и о всем народе. В его мыслях, в его целях воспитать достойное поколение, достойных детей, жить в месте, где люди ведут себя воспитанно, соблюдают свои обычаи, традиции, культуру, соблюдают предписания религии, ислам. И для этого Чеченская республика это идеальное место. Кто может с этим спорить, приводя какие-то доводы вместо оголтелых каких-то голословных заявлений? Никто.